конечно, я не мог представить, что я вообще когда-либо буду участвовать в этом соревновании и тем более стоять на подиуме. Когда мы еще с папой ездили на соревнованиях, да, там я ему помогал крутить колесики с гаечками, даже не мечтал об этом. Все отработали здорово, у нас не было никаких технических проблем, у нас не было никаких контактов с другими автомобилями. Мы бы втроем ничего не смогли сделать, это очень важно, потому что были единомышленники, команды, механики, инженеры, персонал, который помогает. Это совокупность всего. В тот момент, когда тело уставало, было очень тяжело, ты не мог просто сдаться. Ты находил в себе силу и энергию, зная, что все эти люди, они старались, готовились целый год для этого, и ты просто не можешь просто взять и что-то проиграть или отказаться от борьбы только из-за того, что ты устал, ты просто не имеешь на это права. Когда поднялись на подиум в 2015 году, я испытал гордость за страну, гордость за экипаж. Супер эмоции до сих пор. До сих пор все свежо. Нам удалось победить, это, конечно, невероятно. Для меня очень патриотичный такой момент, потому что российский триколор, развивающийся на подиуме, и, конечно, и российский гимн, и столько народу. Я в своей жизни ничего подобного больше не испытывал. СМП – это одна большая семья, и спасибо всем этим людям, кто имел к этому отношение. СМП навсегда.